Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azeri bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Никогда бойцов не оставляет на покое Родина и долг. Снова май знамен расправляет, призывая в строй бессмертный полк. Стройсь, равняйсь, равнение победа! Грудь вперед, команда шагом марш! Шаг чеканя, воины выходят на победный свой весенний марш. Пройдем колоннами со светлой грустью, неся портреты дорогих людей. Живой рекою, необъятной в устье, у вечных встретимся огней. Помянем всех, кто за победу дрался, чтоб в душах наших на века навсегда живыми оставались. Вы – бойцы бессмертного полка. Герои минувшей войны, погибшие и выжившие в годы военного лихолетия, наши отцы, деды и прадеды ценой жизни и мужеством заслужили благодарную память потомков. В Кыргызстане осталось 262 ветерана Великой Отечественной войны. В прошлом году их было 380. Берут свои годы и старые раны. А для ныне живущих старых солдат, чья молодость прошла в шинели, а юность перетянута ремнем, фронтовые дороги остаются самой яркой страницей в их богатой на события судьбе. Наш рассказ об одном из них. Вице-президенте общественного объединения азербайджанцев в Кыргызстане Азыри Асаде Гасанове, перешагнувшем столетний жизненный рубеж. 1933 год. Асаду исполнилось 9 лет, когда по приказу Сталина началась массовая принудительная высылка азербайджанцев из родных мест. Сначала около 10 тысяч семей, считавшихся зажиточными, вывезли из Азербайджана. Репатриация не обошла и Гасановых. Детская память сохранила воспоминания о товарниках до отказа забитых стариками и детьми. От холода и голода умирали целые семьи. Выживших высадили в голой степи под казахским Акмалинском и под конвоем заставили строить спецлагерь. В холодную зиму 1933-34 годов, вспоминает Асад Гасанович, из нашей семьи выжили только я, брат, сестра и отец. Младшие дети и мать умерли. В мае 1934 года оставшихся в живых снова погрузили в товарные вагоны для скота и отправили в Киргизию, где в то время осваивалось выращивание свеклы и конопли, что требовало большого количества рабочих рук. Семья Гасановых сначала обосновалась в Карабалте, а затем в совхозе «Трудовик» в Фрунзенской области. Вместе с другими репатриированными немцами, калмыками, а также балкарцами, карачаевцами и другими представителями кавказских народов, азербайджанские семьи от зари до зари трудились на свекловичных полях и конопляных плантациях. В наши дни, рассказывая о себе, столетний ветеран с улыбкой говорит: «Я старый минометчик, не раз бывал в бою и хорошо знаю, какое значение имеют отличное знание своего орудия и умение самостоятельно решать трудные боевые задачи». Демобилизовавшись в 1947 году, бывший фронтовик поступил во Фрунзенский индустриальный техникум, окончил его и продолжил учебу в Московском строительном институте. Работал инженером в Киргизгипрострое. Долгие годы Асад Гасанов возглавлял крупные строительные тресты. Первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Турдакун Усубалиев в шутку называл его главным прорабом страны. Более метко и точно нельзя назвать строителя от Бога, принимавшего непосредственное участие в строительстве важных государственных объектов. Практически всех крупных автодорог республики, аэропорта Манас, площади Алато, исторического музея, восточного, западного автовокзалов и других. Кавалер более 20 боевых и государственных наград. Заслуженный строитель и почетный гражданин Бишкека. Принимает активное участие в общественной жизни республики. Является вице-президентом общественного объединения азербайджанцев в Кыргызстане Азыри. Председателем комиссии по военно-патриотическому воспитанию молодежи Ленинского района столицы.
Такие, как Асад Гасанов, прошли сквозь пламя войны. Их не сломили испытания, свинец, сталь, и только время беспощадно к ним. И пока жив хотя бы последний ветеран Великой Отечественной войны, не иссякает надежда на то, что у страны есть будущее, которое невозможно без осознания прошлого. Я вот, это просто без привлечения вам могу сказать, что те азербайджанцы, которые были 30-е годы созданы, 32-й, 30-й, это были очень, одни из самых уважаемых людей. Они действительно показали в Казахстане, в Киргизии, в Узбекистане, что это действительно уважаемые люди, работоспособные, трудяги, честные. И вот практически мы сейчас, вот молодежь, живет им авторитетом. Просто никто не может сказать, что мы... что-то через злодеяния какое совершили в Кыргызстане, кого-то что-то сделали. Все могут сказать, действительно люди работали, всего себя отдавали, рабским трудом. Практически это вот осваивали, тут непроходимые были камыши, болота. Они босиком по 12 часов без выходных, без всяких осваивали эту территорию. Вот их дети такие же оказались работоспособные, верные, честные, как их предки. Ирина Бутриева. День Победы. День Победы – главный праздник, самый важный и святой. Знают все, он завоеван был огромную ценой. Пусть идет над миром праздник, пусть гремит салютов гром. Ветераны тех событий снова вспомнят облом. Страшное кольцо блокады и сражения под Москвой, и бои под Сталинградом, и под Прохоровкой бой. Эх, боев не перечислить, столько было их тогда, но участники сражений не забудут никогда. Города и полустанки, деревеньки и поля, где они фашистов били, где погибли их друзья. Светят звезды обелисков, и бушует май в цветах. Благородные седины пусть блистают на висках, пусть наденут ветераны все награды в этот день, все их подвиги и славу обойдет забвенье тень. Пусть гремит салют победы, как с небес весенний гром. Дорогие ветераны, до земли вам наш поклон! Баку, нефть. Эти два слова воспринимаются как синонимы. Когда говорят о Баку, подразумевают нефть, а когда говорят о нефти, имеют в виду Баку. Исторические корни азербайджанской нефти уходят в глубокую древность. Итальянский путешественник Марко Поло в 13-14 веках рассказывал о вывозе бакинской нефти в страны Ближнего Востока. К началу 16 века вокруг Баку существовало около 50 таких нефтяных ям и скважин, где добывались как черная, так и белая нефть. В начале 19 века в Биби-Эйбате впервые в мире была добыта нефть из скважины, прорубленной ручным способом в море, в 30 метрах от берега. В 1863 году Джават Меликов построил в Баку керосиновый завод, где впервые в мире были применены холодильники в процессе нефтепереработки. В 1867 году в Баку действовали 15 нефтеперерабатывающих установок. В 1883 была сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Батуми. Эта железная дорога имела огромное значение для экспорта нефти и нефтепродуктов в страны Европы. В 1883 году Ротшильд приступает к финансово-кредитным операциям в Баку и начинает заниматься реализацией нефти. В 1886 году была учреждена Каспийско-Черноморская нефтяная компания Ротшильда. В 1901 году в Азербайджане было добыто 11 миллионов тонн нефти, что составляло более 50% мировой добычи. В 1880 году известный ученый-химик Менделеев предлагает проложить нефтепровод Баку-Батуми для обеспечения выхода бакинской нефти на мировые рынки. Thank you.
национализации нефтяной промышленности в Азербайджане функционировали 109 акционерных обществ, из которых 72 принадлежали российскому капиталу – 240 миллионов рублей, а 37 – английскому капиталу – 100 миллионов фунтов стерлингов. Сумма капитала, вложенного в нефтяную промышленность братьями Нобель, составляла 30 миллионов рублей. Один из наиболее состоятельных предпринимателей нефтяной промышленности и меценат Исабек Гаджинский вложил 1 миллион 250 тысяч фунтов стерлингов в нефтяную промышленность компании «Гаджи Чилекен». Накануне национализации нефтяной промышленности в Азербайджане действовало 270 предприятий по добыче нефти, 49 средних и малых фирм по бурению нефтяных скважин, 25 фирм по переработке нефти, более 100 механических цехов, ремонтных мастерских и других объектов. В 1939-40 годах, когда Советский Союз поставлял нефть в ряд стран, фашистская Германия запланировала крупную стратегическую бомбардировку и наступление под названием «Операция Пайк» с целью уничтожить объекты добычи нефти в Баку. В течение этого первого года войны в Азербайджане было добыто более 25 миллионов тонн нефти. Рекорд. По указу Верховного Совета СССР в феврале 1942 года за приверженность более чем 500 рабочим и служащим нефтяной промышленности Азербайджана были присвоены ордена и медали СССР. К концу 1941 года, когда инженеры и рабочие нефтяники ушли на фронт, их позиции заняли женщины. К лету 1942 более чем 25 тысяч женщин, или 33% от всей рабочей силы, они работали 18 часов смены в нефтяной промышленности. Гитлер был полон решимости захватить нефтяные месторождения на Кавказе, в частности Баку, так как это обеспечило бы столь необходимые нефтяные запасы для немецких военных. В 1942 году немецкое наступление под кодовым названием «Кейс Синий» увидел решительную попытку захватить нефтяные месторождения в больших масштабах продвижений в этой области. План состоял в том, чтобы атаковать Баку 25 сентября 1942 года в честь предстоящей победы над Баку и его сдачи Гитлеру. Но силы ОСИ были окружены, и в конечном итоге поражение в Сталинграде вынудило отступить агрессоров. Есть знаменитые кадры военной кинохроники, когда Гитлеру преподносят торт. На торте такое углубление, написано на немецком «Каспийское море». В этом углублении находится жидкий черный шоколад. Название «Баку». Гитлер ложечкой черпает шоколад и поливает на торт, а потом берет такую шоколадку в виде свастики и ставит ее прямо на место, где написано «Баку». Это подчеркивает планы фашистов по захвату нефтеносных месторождений Азербайджана, а также их планы, как мы все знаем, были в захвате нефтеносных месторождений Северного Кавказа. Неустанно работали и ученые. В нефтехимических лабораториях специалисты разрабатывали новые виды вооружения. Знаменитый азербайджанский химик Юсиф Мамедалиев во время войны стал автором многих изобретений, которые внесли вклад в победу над фашизмом. Под руководством ученого работало более 18 лабораторий, два опытно-экспериментальных завода. Кстати, зажигательные гранаты, известные как коктейль Молотова, вполне справедливо могли называться и коктейлем Мамедалиева. Весом вклад в нашу общую победу представители азербайджанской науки. Так великий азербайджанский ученый Юсиф Мамедалиев изобрел зажигательную смесь, ставшую известной как коктейль Молотова. Во время Второй мировой войны контроль поставок нефти из Баку и на Ближнем Востоке сыграл большую роль в военных событиях и окончательной победе союзников. Отрезав поставки нефти, значительно ослабила и Япония во второй части войны на Тихом океане.
Добыча нефти из существующих месторождений начала снижаться после Второй мировой войны в результате катастрофического перепроизводства и недостаточных инвестиций. Однако ощущался реальный потенциал для новых открытий в присутствии на море. Одним из ярких примеров развития стало офшорное нефтяное месторождение «Нефтяные камни» – нефть Дошлары. Оно расположено на юго-востоке Апшеронского архипелага. В нефтяных камнях глубина моря колеблется от 10 до 25 метров, хотя часть нефтяного бассейна достигает глубины 60 метров. Поиски нефти с геологоразведкой, структура бурения, сейсморазведка и бурение предварительно началось еще в 1945 году. 24 августа 1949 года первая офшорная разведочная скважина на нефтяных камнях была пробурена после строительства дамбы. Нефтяные камни называют островом семи кораблей, потому что во время строительства плацдарма вышедшие из употребления корабли были потоплены, чтобы обеспечить прочную основу для дамб. Интересное развитие началось в 1950 году с разработкой нескольких участков бурения, соединенных рамными мостами. В 1953 году для поддержания пластового давления было применено заводнение. Thank you.
В 2016 году Азербайджаном было добыто 2 миллиарда тонн нефти. Из этого объема 1 миллиард тонн нефти добыт на суше, а 1 миллиард – в море. Достойное выполнение поставленных контрактом века задач, успешное осуществление новой нефтяной стратегии являются одним из основных гарантов вечности государственной независимости Азербайджана. Гейдар Алиев сумел построить в Азербайджане устойчивую модель государства, но успешно справился с этой исторической миссией после распада СССР. Нефтяная политика, автором которой является Гейдар Алиев, играет исключительную роль в судьбах азербайджанского народа. В последние годы в Азербайджанской республике достигнуты существенные успехи в области развития образования. В рамках реализуемых государственных программ во всех регионах страны значительно обновилась инфраструктура общего образования. Реализованные реформы и широкомасштабные инфраструктурные проекты создали условия для перестройки и устойчивого развития социально-экономической жизни. Профессиональные кадры с высоким уровнем образования являются основой интеллектуального потенциала страны. В настоящее время для военных кадров, их вооруженных сил и прочих вооруженных объединений разных категорий проводится специализированное обучение в разных учебных заведениях. Военная академия вооруженных сил Азербайджанской республики, учебно-подготовительный центр вооруженных сил, Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева, а также на военно-медицинском факультете Азербайджанского медицинского университета. Национальное аэрокосмическое агентство Азербайджана было образовано в 1974 году в составе Национальной академии наук Азербайджана. Задачей агентства является изготовление и исследование автоматизированных систем для исследования природных ресурсов на основе новых информационных технологий, разработка современных специализированных вычислительных комплексов, технических систем, ГМС-технологий, новых программных средств и способов обработки аэрокосмических данных, технических средств и информационно-измерительных комплексов дистанционного зондирования. Учитывая значение и роль физической культуры в охране и укреплении здоровья азербайджанского народа, физическом развитии молодежи, достижении спортивной части страны и еще более высоких вершин на международной арене, ежегодно 5 марта в Азербайджанской республике отмечается как День физической культуры и спорта. Азербайджан признан в мире как спортивная держава. Успешное проведение Азербайджаном авторитетных спортивных соревнований содействует не только развитию различных видов спорта в стране, но и, самое главное, поднимает спортивный, а также экономический и геополитический имидж страны на мировой арене. Азербайджан стал одним из адресов мультикультурализма в мире. Этот почетный статус уже признается мировым сообществом. Сельское хозяйство и туризм – одни из отраслей экономики, которые стремительно развиваются в Азербайджане. «Пусть в вашем доме всегда будет многолюдно, а казан полон». Так обычно говорят кыргызы, когда дают бата. Естественно, доброе слово исходит прямо от Аллаха. В этом слове хранится любовь к человеку. Слова, выраженные намерения сердца человека. В народе благословению придают особо важное значение и верят в его силу и благодать. Кыргызы всегда просили благословения у аксакалов, говоря: «Кто получит благословение, у того исполнятся все желания». Эта традиция и сейчас не теряет актуальность. Когда мы встретились с женщинами Алато Аимдары из Алайской долины, они благословили кыргызский и турецкий народ, чтобы в эти дни не было больше потерь от коронавируса. Больше всего их беспокоит сегодняшняя ситуация. Елдеріміз қайсы жерде жашабасын, мұсылман елдері барды бір туған. Тілегіз бір, ойыз бір, тынштықты қалашады. Енелерін тілегі дағы тынштық. Жалпелі Алай айындарын жетексі бізе дастатып алды ба. Алай айындарының атынан ұлы бір туған түрк елінің түрк еліне жалынды ұсық салам. Біздің қаларыңыз енелердің тілегі әрдайым жақсы нәрседен болады, жақсы үміттен болады. Енелердің тілегі жерімізде әрдайым тыныштық болсын. Құрметті түрік елінің ұлы елі
биз сиздерге сарху ой алай айыл алай айылдар атынан чын жүрөктөн саламыбызды айтабыз жана сиздерге тынчтык аманчылык ден соолук каалайбыз дүйнөдө ошондой эле түрк элинде кыргыз элинде дайыма тынчтык болсун аманчылык болсун элдин баардыгы ойноп күлүп жүрүп тынч аман жүрө берсин жүрө беришини жалпы алай айымдарынын атынан тилектешмин алай айымдары дайыма дүйнөдө тынчтыкты каалайт дүйнөдө аманчылыкты каалайт дайыма ушу тынчтык болуп ушундай жаркыраган жакшы заманда жүрө берели деп тилек айтамын саламатсыздарбы урматтуу түрк бир туугандар биздин биз алай айымдарынын атынан сиздерге жалындуу ысык салам айтабыз ошондой эле заманыбыз тынч болсун баардык жерде тынчтык болсун баардык жерде заманыбыз тынч болсун бир тууган түрк туугандарга жалындуу ысык салам айтабыз улуу урматтуу түрк туугандар түрк энелери жалпы эле кыргыз элинин кыргыз энелеринин атынан сиздерге ысык саламыбызды жолдойбуз биздин тилибиз бир биздин маданиятыбыз бир биздин динибиз бир жалпы эле биздин тилегибиз да бир ушу кыргыз менен түрктөрдүн ортосундагы достугубуз улана берсин жалпы эле түрк президенти Эрдоганга жалпы эле кыргыз элинин атынан жалындуу ысык салам түрк элдерине тынчтыкты амандыкты каалайбыз түрк элдерине согуш болбосун түрк эли оорубасын бүткүл дүйнөсүнүн элдери достукта болсун маданият кызматташтыгыбыз улана берсин ала тоо айымдарынын атынан алай айымдарынын атынан кыргыз энелеринин атынан баатыр энелеринин атынан жалпы эле ушул тынчтыкты каалаган баардык энелеринин атынан сиздерге ушу ден соолук ишиңиздерге ийгилик дайыма достугубузду улана беришин каалайм сирияда согуш болбосун бүткүл дүйнөсүндө согуш болбосун энелердин тилеги тынчтыкты каалайт тынчтыкты каалайт достукту каалайт балдарынын аман эсен чоңоюшун каалайт энелердин тилеги дүйнөдөгү балдарды кыздарды өнүгүшүн көбөйүшүн каалайт энелер Порой кажется, что в летнем раскаленном Стамбуле нет ни одного уединенного места, где можно спастись от палящего солнца. Но на самом деле оно находится прямо в центре турецкого мегаполиса, в районе Султан-Ахмет. Это цистерна-базилика, прекрасно сохранившееся древнее подземное водохранилище Константинополя, расположенное на глубине 10-12 метров. В этом огромном прохладном помещении вы не только сможете спастись от жары, но и узнаете много интересного. Сооружение было построено на месте базилики Святой Софии. Цистерна по-гречески означает «водохранилище», поэтому сегодня музей так и называют – цистерна-базилика. На 2013 год под Стамбулом найдено более 40 цистерн. В базилике хранился резерв питьевой воды на случай засухи или осады города. Вода доставлялась по водопроводу и акведукам, в том числе и по самому большому акведуку Стамбула – акведуку Валентина, из источников Белградского леса, расположенных в 19 километрах к северу от города. Размеры подземного сооружения 145 на 65 метров. Емкость 80 тысяч кубических метров воды. Сводчатый потолок цистерны поддерживают 336 колонн, 12 рядов по 28 колонн, 8-метровой высоты. Колонны стоят на расстоянии 4 метров 80 сантиметров друг от друга. Стены толщиной 4 метра сделаны из огнеупорного кирпича и покрыты специальным водоизоляционным раствором. Efendim şu anda biz İstanbul'da
Osmanlı döneminin su deposundayız, eski. Evet. Bununla ilgili kısa bir şeyler anlatır mısınız? Tabii. Şu anda İstanbul Çemberlitaş'tayız. Burası su sarnıçlarının olduğu yer. Нам объясняет организатор наших культурных мероприятий в Турции, почетный президент культурного общества Юрюк Туркмен, генеральный директор культурного фонда Юсуфия Юсуф Эзель. Большая часть колонн взята из античных храмов, поэтому они отличаются друг от друга сортом мрамора и видом обработки. Часть из них состоит из одной, другие из двух деталей. У двух колонн в основании головы медузы Горгоны. Одна из них расположена вниз головой, другая повернута на бок, предположительно для того, чтобы никто не боялся окаменеть, взглянув в глаза этого чудовища. Неизвестно, откуда они привезены и какому древнему сооружению принадлежали раньше. Блок с похожей головой находится во дворе археологического музея Стамбула. По соседству находится бассейн желаний. Кстати, цистерна-базилика отдельно напоминает дворец, поскольку состоит из 336 9-метровых колонн. Все колонны внешне отличаются, так как были привезены из разных античных храмов. На двух колоннах расположены мраморные головы медузы Горгоны. Историки до сих пор не могут выяснить, откуда привезены эти колонны. Кроме того, ученые точно не знают, почему одна колонна расположена вниз головой, а другая повернута на бок. Возможно, это было сделано для того, чтобы люди не боялись окаменеть, случайно посмотрев в глаза Горгоне. Ведь именно это и могло случиться, если верить мифам Древней Греции. Вода поступала в цистерну по акведукам из Белградского леса, находящегося в 19 километрах к северу от Стамбула, на побережье Черного моря. Интересно, что греки позаботились о сохранности цистерны. Во-первых, ее стены сделаны из огнеупорного кирпича толщиной 4 метра. Во-вторых, они покрыты специальным водоизоляционным раствором. Кстати, водохранилище использовалось по назначению до 16 века. Затем цистерну забросили вплоть до 80-х годов 20 века. Но в итоге водохранилище все же опорожнили и начали очищать. В 1987 году во время реставрации цистерны было удалено огромное количество грязи. Забетонирован пол, сделаны деревянные настилы, по которым сегодня ходят путешественники. Теперь цистерна красиво подсвечивается изнутри, а уровень воды в ней совсем небольшой – 40-50 сантиметров, а по дну плавают рыбы. Цистерна активно использовалась до османов. Впоследствии водохранилище было заброшено и сильно загрязнено. И только в 1987 году в очищенной цистерне открылся музей. Здесь есть и свои поверья, которые очень любят туристы. Например, чтобы исполнилось ваше самое большое желание, нужно подойти к колонне слез, украшенной завитками. В один из таких узоров необходимо вставить палец и повернуть его на 360 градусов. Ну а дальше просто ждать исполнения заветной мечты. Кроме того, неподалеку расположен и бассейн желаний, куда путешественники со всего мира бросают монетки, загадывая желания.